В смысле, убьешь все. Во, андерлорд. Ну, он хотя бы стоит на линию, серьезно. Он нормально стоит на линию, он процентажник. Сестер-джек. У тебя жирный лишак. У тебя жирный ВК. Я уже сказал, что это полная шляпа, поэтому... Да, нет, это полная шляпа, очевидно, даже до андерлорда, да и даже до фантомки. Вот с момента, когда они пикнули Джеки Росса и отдали без мастера, в принципе, можно выключать. Только на 4 минуте будет какой-то замес. Ой-ой-ой, андерлорду больновато, но Рамзесу еще больнее. Кто же первым погибнет? И андерлорд. Там что андерлорда бросили, то есть Бэйн отошел? Портик закинул. Когда она возьмет блюр, все, там уже это... Да, снизу, тем временем, проблемки могут быть небольшие у ФНГ. ФНГ, да, погибает, забирает его у нас здесь Бэйн. Не отдают они Фубэн, андерлорд там... Да, говоря, у Саннейка проблемы могут быть. И просветки здесь набегает просто. Да, тут и... А Роджер погибает в итоге первее. Это четверка в пятерку. Да, четверка в пятерку, я думаю, пятерка довольно. Подожди, это еще не конец. Можно где просветки-то попробовать забрать. Ну вот, о чем и говорилось. Сейчас мана закончится у Лешего. Мана, тапочки. Ну нет, на развороте угрожающий замахивался уже Depressed Kid. Эх, буквально одного ударчика не хватило. Да, все-таки его добивают. Это минус мидер. Команда CS Rejects. Ну, то есть обычно мы видим обратную ситуацию. Ну, стан это если вот ты рассчитываешь на приход Лешего, что, в общем-то, сейчас ну, происходит. Да, если... Ну, близко было, на самом деле, в размен можно было попробовать. Да, да, да. Точка... Поймали Пашу. И вовремя ультимейта дизраптора залетает, останавливает Queen of Pain. Как же и больно. Больно, Рор от Бисмастера, есть лип. Сюда уже летит Висп с кем-то плюс один. Добить нужно. Да, удар. Скорее всего, погибнет у нас Квапа. Квапа погибает. Еще можно попробовать поймать Бэйна? Да, Бэйн конечно, конечно, конечно. Пытается убежать. Глимс, что-то такое. Сколько КД? Нет. А, Кинетик еще достает. Ничего себе. Прыгает вперед, у нас Депрессед Кит. И, скорее всего, Бэйна здесь никак не выжить. Телячка, надо вычку побить. Глимс сейчас пожали крепочку. Ну да, блин, тележку. Ах, тележку забирает. Ну, в любом случае, вот он, тот самый Бисмастер, Леша и Дизраппер, который сейчас разваливает, по сути, любого. Фантомочка у нас. Привет, Дахак. А не рановато ли ты пришел, Дахак, сюда? Да, и вопрос, а зачем она вообще сюда пришла? Там только что убили ее. Ну, успевает, Дахак, блин, кануться, повезло здесь. Хорошо, что рядом тиммейты оказались. Вот как бы они сейчас душат, да, они сейчас пытаются убить, там уже без мастера, он командчик сразу. Слушай, Пашу замедляют. Пашу сбили телепорт, скорее. Его, ему уже конец. Пашу погибнет, точно. Еще и крепочков можно позабирать сейчас. Смог. Смог от команды Винстрак, там, правда, в это время и Циса пошли вперед. Но тут на Санейка нападение, Санейка еле-еле выживает. Рамзес играет армлетиком. И там рядом Висп. Да, сюда уже перетянулся ФНГ. Есть Глимс, возвращает Queen of Pain. Под слип пошел, но Queen of Pain не должна это спасать, она погибнет. В любом случае, Рамзес идет вперед. Даже если выбьют из него ультимейт, не страшно. Дахак врывается, выбили реинкарнацию. И правда, а как забирать второй раз его? Ну, слушай, Дахаку больновато, пробивает его. И Дахак, скорее всего, погибнет. Рамзес, правда, погибнет так же. Разменялись, кстати, не так уж и плохо по итогу-то. Ну, вообще, в равной степени разменялись. Ну, сейчас и Виспа заберут. Ну, я осуждаю Бисмастера, которого на этой линии нет, потому что он... Паша сверху, правда, а почему он не прилетит? Он нужен на этой линии, ему нужен. Или, по идее, сейчас Рамзеса. Рамзеса могут хорошо подловить на отсутствие реинкарнации. Да, и фул рассказ залетает в него. Армлетик здесь не спасет, скорее всего. Там еще и ФНГ наполовину ХП уже сбрило, но сразу же кастует отмену на Сандерлорд, заберет с собой тиммейтов, отлично сыграно. Не чекнул. Рамзес врывается в Андерлорда. Рошан упал. У Андерлорда могут быть проблемки. Рассказ залетает от Санейка. Андерлорда ничем уже здесь не спасешь. Он сгорит, скорее всего. Его должны забрать. У Никой, кстати, неплохой залетает, но от этого не легче. Выбили реинкарнацию из Рамзеса. Как забрать его второй раз, пока не ясно. Хотя, нет, слушай, пробивает Рамзеса хорошо, захиливает там Депрессед Кида. Уходит в итоге Queen of Pain. И на этом драка, видимо, закончится. Дахак не стал прыгать, я так понимаю, да, в замес? Я его не видел просто. А зачем? Короче, это полный провал, это полнейший провал, то есть не могу драться. Ну и вот нападение под смог, прямо прыгает Depressed Kid, поймали его. Опять же, там Аеги. Санейка, неплохой рассказ, закидывай здесь. Очень быстро погибает Решак первый раз. Теперь надо отступить. Да, заберу здесь, скорее всего, Санейка. Второй раз попробует, может быть, забрать. Да, врывается в Depressed Kid, Sonic Wave залетает за хил с Мекки. Еще один Pit of Malice, Depressed Kid погибает. Отлично, не успел его Висп повести, буквально секунды не хватило. Заслипали Рамзеса, под вышечку отступает пока что Винстрайк. Нормально, слушай. Слушай, да, глимсует обратно Андерлорда, но Андерлорд кастует ТП на базу. В это время погибает ФНГ, моментально его забрали. И еще поймали Виспа, который вернулся обратно, и он умирает. Он сейчас умрет. Да, это еще один минус. Слушай, нормально, они продали депрессию. Ты кого первым найдут? Хорошее начало, да. Висп первым погибает, следом можно забрать, попробовать. Лишень. Лишак, он прожал Бладстоун, но это не спасет. Да, даблкил делает Дахак.
теряют свою эффективность. Вот тут мы еще, видим, находят риски. Ой, никого нет. Поймали, а никого как нет. Здесь там еще никого в это время нет. В лесу где-то ФНГ-шку словили. ФНГ тоже погибает, походу. Да, Рамзес, да, 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 выбили. Выбили из него реинкарнацию. И он потратил БКБ. Есть айс-пас, не попадает, правда, но второй раз заберут, да, в любом случае. Да, да. И цисты, вот они играют. Сейчас могут зарешать. Пошел Рамзес, видит его, Питов Мелис по двоим. Рамзес прожимает БКБшку, накрывает просто Андерлорда. В это время ФНГ погибает. Врываются БКБшки массово, прожимают сейчас Винстрайк. Погибает Андерлорд, делает байбек, вернется обратно. Роджер моментально погиб, не успел увести Рамзеса, делает байбек. Рамзес теряет реинкарнацию. Дальше-то что? БКБшки у него уже нет. Прыгает Дахак, какие криты! Два подряд вылетает! Рамзес откидывает стан, но Дахаку плевать, он его даже не пробил. Ну там столько эвейжена, что... Андерлорд выходит и накрывает у нас Дахака. Дахак не может ничего нажать, рор в него. Дахак пока что живет, щекочет в это время Лишрачка, но его захиливают. Очень жестко захиливают. Лишрак погибает, в итоге он, начинается драка. ПВП, просто Рамзес против Дахака. Ну, Дахак тут вне конкуренции, конечно. Паша улетает из драки, и Рамзеса второй раз тоже заберут без проблем. Короче, абумент тут, наверное, в очередной раз заходил. Ой, тут у нас уже избиение происходит. Выбили реинкарнацию из Рамзеса. Тут уже все. Да, Рамзес второй раз сейчас может погибнуть. Ультимейт от ФНГ. Смотри, ее душат. Ну, Фантомочка, возможно, Аегис сейчас потеряет. Она с Аегисом, поэтому не вижу смысла вообще ее бить. Ну, какой выбор у тебя? То есть ты будешь убегать, она будет тебя в спину бить? Тут хотя бы ты развернулся. Выбор как... бить того, кто бедает. Как мужчина принял бой, но что уж поделать. Фантомка оказалась сильнее. Быть мужчиной — это хорошо. Держим. Это банша. Очень уверенный, кстати, пик банши здесь. Да, вот. Так, ну и в миде. Ой-ой-ой, Леон. Ну, тяжелая линия. Да, тяжелая линия для Леона. Что поделать. Так, сейчас там еще не будет крипс-фарм. Да. Что это? Он знает, что там блинка нет. Что? Ну... Смотри, отхиливается. Да, окей, да, да, выживает в итоге у нас Деспрофит. Снизу заслипали. Снова. И еще раз повезти. Вдвоем. В этот раз двоих Фантомочка защищает. Хекс. Хорошо. Может быть, в размен удастся выйти. Хороший подкоп. Дахак. Сейчас должен делать фраг. Да, Паша погибает. Отлично. Отлично все сделали. Дахак молодец. Подруга здесь стоит, и она вообще кайфует. Ну, может быть, сейчас, смотри, под замедлением начинает лупить. Рамзес ошибается. Врубил. Не, ну теряет много, очень много ман теряет. Да, 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 да. Пока что. Вообще он умирает. Умрет, видимо. Короче. Вот он, это опять же за счет того, что видели, что Роджер убегает, не было у него регена, пробили сильно. И в миде нападение мы. В этот раз блинк есть, нормально. И прессет кита под экзорцизм. В этот раз блинк есть, Квин оф Пейн его нажмет, да. Я понимаю, да. Я просто привык, да. Да, есть такая. Квин оф Пейн. Там Рон волшебства, поэтому находит. Ну вот Рубеса забрали. Вообще тут три героя и их вместе два героя. Четыре героя. Да что, это Дахак? Дахак здорово. Дахак просто на кулачную пошел. Без критов, без ничего. Пятого левела нападает, что? Нормально, они вдвоем объясняют четверым. Но сюда подтягивается ФНГ как раз-таки. Заслипали у нас Queen of Pain, Санейка. Очень мало хп остается, Санейка погибает. Дахака можно попробовать забрать, Дахак откидывает кортик, просто блинкуется, уходит из-под фокуса. Там сейчас саленс будет у Queen of Pain. Да, заходит за вышечку Магнус, поехал Паша. И не попадает ничем, но все-таки находит здесь форс-мажора. Скорее всего, его заберут, да. Пауэр на себя. Надо Фики. Было на Бэйна кидать. Бэйн 40. Вообще логично. Да, логично. Ну, в любом случае, тут Рубику ноль помощи. Да, до свидания. Курьерчик еще что-то. Курьерчик, курьер улетит. Так, ну эту вышку очевидно. Он тянет время, очевидно, чтобы ее просто не забрали, да. А пока его команда там сплит, может, как-то по карте. Просветка залетает Роджера, Рор. И сейчас еще будет стан от Кентаврика. Соло-фраг. Фики не успеет нажать. Соло-фраг, развал. Так, ну вот, Санейка прыгает вперед, врываются. Вовремя слип залетает от ФНГ. Живет Деспрофит. Депрессетки сейчас на развороте, присоснется сифончиком, еще и отхилится. Да, ФНГ красавчик здесь, конечно, очень хорошо сыграл. Минус 2 уже от Cesar Jacks. Могут попробовать забрать еще форс-мажора. Да, шок-вейв попадает, и форс-мажор, скорее всего, ну, тоже отправится. Слушай, наверное, вместе с Queen of Pain. В этой партии Паша уже, мне кажется, сделал несколько раз больше, чем с мастером в прошлой игре. Ну, реально, он так красиво вышел в центр, прям вовремя напал, когда там никто этого не ожидал. Давайте посмотрим, там худо-бедно фармит. Но вот ее находят, РП. И до свидания. Да, 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 да. Супердоминатор. Ну, блин, я в такой ситуации, знаешь, сложно его винить. Я не понимаю, что они летят очень сильно сейчас по денежкам. И, да. Наверное, лучшее, что можно делать. Просто... Queen of Pain вот забирает. Просто он единственный герой, который может что-то сделать со своей командой, потому что битает. Да, там сверху. Сверху РП. Походу, даже без РП или, не знаю, с РП или без забрали. Видишь, Магнус ульти нет? Да, потратил. Да, 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 и маны нет.
И они идут дальше, то есть они отдефуют право, из-за чего винстрайк имеет мало территории для фарма. Бисмастер забегает на рожскую треугольнику, ну а Тёмыч... Одного слив, второго будет. ФНГ. ФНГ красавчик, да. Своровал Рубик, понятное дело, ультимейт. Ну тут сложно не отдать, да, но это в любом случае два фрага будет. Но это в соло для Тёмы. Он поставил вард, он стоял за елкой, он, видимо, ждал и читал их перемещение. Тот, что может... Ну вот, поймали Рубика, например. Это тот самый случай, когда прям первый эггис реализуется полностью. Просто потому, что слишком большое преимущество. На ХГ-шку зашли, экзорцизм прожали. Ну, смог какой-то прожали. Ну и что вы сделаете? И Тахак в это время вообще далеко. Далеко он драться не готов. Вверх сломать. Рисует какой-то план обойти в спину. Ну, даже если вы выйдете, вас там ФНГ встретит. Ну, а ФНГ вы быстро не заберете. Сейчас Айгис... Саны, РП. РП от Паши просто в ответ. Сразу же залетаем, поймали двоих, и двоих же и забрали. Байбайки есть. Ну, в общем, ГГ гоу следующий. Ну, вообще, звучит как план. Звучит хороший план. Да, да, в этой игре смысл эмоций. Они взяли себя в руки. Ну, но... по сравнению с прошлой игрой, это совершенно другая команда. Я не знаю, что они там на первой карте делали. Андерлорд, да. Андерлорд, ну. Ну, вот мы предлагали, типа, да, с тех, что остались. Я такой, опа, приподнялся, обнялся. И на губы. На Винстрайк. На Винстрайк, я понимаю. Вот после что было левела, может быть, видишь. О-о-о, сверху Рамзеса забирает на ФБ. Ну, это сложная линия. Сильно стоит от Андерлорда, Андерлорда фрифарм. Рамзес снова погибает на линии. Он догоняет Войда просто потому, что он дважды отъезжает. Ты умер, да, это правда. Да, то есть он обгоняет труп. Ну, такое. Не самое лучшее, конечно, сравнение, но что поделать. Да, ну пока да. То есть он реально, Рамзес, он там немножечко жадничает. Оба, жуки. Жуки и висят. Ой, Штандерлорда. Паша больноват. Рейндропчик сработал и пошел. Все, ну слушай, это шанс на сноубол. И ФНГ больноват. Андерлорда еще забрали, там ФСС Войда душит. ФСС Войд реально, он стоит, у него мало хп. Подожди, тут еще нападение на Марса в ответ. Нет, тут должны брать. Марс, да. Он тоже на лоб стоял. Да, его Саверлоксер забрали. Ну ладно, опять же, Роджер забрал фраг, а не Рамзес. Большая веселуха на линии. Ой, дрипкоил на Queen of Pain, Сайлен залетает. Красиво сыграл, да. Нич, красиво. И, собственно, начинается геймплей. А вот и Dream Coil не заставил себя ждать. Нападение на Queen of Pain. Печенька залетает, Queen of Pain погибает. К сожалению, хорошо, Роджер ничем не смог помочь. Как бы сейчас и Роджера не забрали здесь, потому что жук на нем все еще висит. Забегает Вивер, еще парочку тычек накидывает. И Роджер выживает. Ну вот саппорт и страйк сейчас хорошо отрабатывают. Они дважды классно перетянули Смита. Не знают, что происходит хорошо. Опа. Ух, хроносфера. Но... А это Рамзесыч. Урон, ну-ка, урона сюда, хватает. Сюда фраг есть. Теперь валить. Сейчас еще можно попробовать забрать Snapfire. На, Snapfire здесь зажимают. И печенечка, но это не спасет, конечно же. Это будет еще один минус. Мы сейчас. Да, но тут байт в итоге на пака залетает. Хроносфера. Найс байт. Ладно. Так, арена в ответная. Перепрыгивает ее Рамзес. Выпрыгивает. Тут уже отмену кастует Паша на базу. И Убер сейчас уедет, по идее, да. Зес пошел вперед, хроносфера, мана есть, отлично. Ага. Слип залетает от ФНГ, начинает избивать он пока что Марса. Марс минус. Да, и Соник Вейв туда же, красиво все сделали. Папа сделает ТП. Ой, кого-то поймали, Марс. Кто-то Марс вообще под Сайленсом. Вообще трое, что они втроем хотят сделать? Просто прибегают Циссы, там, вчетвером, впятером и объясняют. Что тут? Ой, тут в ответочку нападение на Снэпфайр, есть Пит оф Мелис, Пак врывается, Сайленс на развороте залетает. Ну как бы самого Пака не закрыли, потому что там тоже есть Сайленс, очень много контроля. Жесть, ну это у все. У них герои на замес. Ну-ка, ну-ка. Queen of Pain врывается под вышку. Привязка от Гримстроука. И сейчас будут умирать герои команды Винстрайк один за другим. Прилетает Дахак, пошли птички на развороте. Пашу это пытаются пробить. Слабенько они бьют, если честно. Очень слабенько. Видит вот сейчас бой, поймать его насчет того, что да, он... Да, попытается. А тут БКБшка. И хроносфера сразу же нажимается. БКБшечка. Немножко урона нужно. И там плюс один нужно. Да, один вот. Нужен. Все-таки подтягивается Роджер, привязка по двоим. И нужно Дахака забирать обязательно. Хотя Дахак живет. Достаточно. Файлсторм пошел. Долго живет. Сюда уже приходит и Марс на помощь. Дахак все еще живет. Я напоминаю, Рамзес получает копье, погибает. Дахак один погибает один следом. Там Snapfire расстреливает Роджера, пошел ультимейт, ФНГ спрятался. ФНГ затаился, ФНГ начинает гореть.
ФНГ, ультимейт, Пака отлично раскастовал, но некому продолжить, некому внести так. ДПС, поэтому он погиб. Ладно, мои поздравления, это вид больше никого, не хочет найти кого-то еще. Кого-нибудь увидит, Марс или Андерлорды нападают через копье, через ультимейт Снэпфайр, Пашу закрывают, в это время хроносфера на кого? На кого? Хроносфера-то была не на кого. И Паша, Пашу хотят добить. Пашу забрали, это Рошан. Такое ощущение, что то ли, я не знаю, кого он хотел там поймать, если честно, но в итоге поймал Землю. Попытаться. Ну, драться вообще бессмысленно, мужики. Ой, Дримкоил, какой шикарный! Арена залетает от Марса туда же. Sonic Wave от Queen of Pain. Толку от этого мало. Один за другим умирает герой команды Cis Rejects. Жесть! Ну, только что продали красиво, Пашу. Красиво, красиво. Да, что продали Пашу, и только что FSS Hot перед вами отдал хроносферу в никуда. Зачем? Куда? Не смогли, к сожалению. Снизу. Снизу поймали Пака. Рамзес прыгает на него. Копье не работает. БКБ прожимается. Ультимейт от Пака тоже прожимается, но прилетает Снэпфайр. Расстреливает одного. Рамзес воюет до конца. БКБ скоро закончится. Рамзес сидит на поводке. Выбили Аегис, Рамзес умирает. Лежит Гем. Там за квапой пойдут сейчас. Гем лежит, нужно Гем обязательно и забрать. И Роджера нашли. В итоге Аегис и Бабулю в трех героев. Ну, ну да. Так, жиденько, жиденько. Ну, на БКБшечку можно развести. Как еще разок. Ой-ой-ой, как ему больно! Жесть! Да, да. Просто изничтожили Рамзеса. Я не ожидал, что его просто как фанеру пробьют, я не знаю, насквозь. Видишь, да. Вот Андерлорда слабенько бьют, да? Ну, вот, да, и даже ему хватает, ты посмотри. Ну, его в пятером сейчас. Давай так. Сейчас они его били в пятером, до этого они его вдвоем завалили. Бабуля с Визажем. Нашли, подцепили. Летит сюда Андерлорд с командой вместе, врывается Марс, отличная арена, Пак тоже готов прыгать, если что, арена от хроносфера от Рамзеса, забрали Вивера, два байбека делаются с Реджекс, вернутся обратно сейчас саппорты, драка продолжается, еще одна арена, неплохой Sonic Wave залетает, но никто более пока не погиб у команды Винстрайк, забрали Марса. Окей, Depressed Kid. Птички бьют его. Печенька залетает. Много контроля. И Depressed Kid погибает, отправляясь в таверну. Поймали Пашу, наверное, здесь еще тоже не отпустят. Паша пытается убежать на лоу хп. Нет, Паша выживает. Без Рамзеса. Прыгает вот Depressed Kid. Ну, четверо и побежать. На развороте Пак. Дримкоил поставил на Depressed Kid. Depressed Kid под сайленсом пытается убежать. БКБ прожал. Окей. Бабка прыгает вперед. Расстреливает всех. Да хак. Очень мало хп у Паши, но Снэпфайр погибает первым. Есть байбек. Еще один врыв, не будет прыгать дальше. Пак в итоге. Да, ФНГ, наверное, дадут. Или нет, или даже его. Надо бежать, блядь, не разворачивайся. ФНГ получает саленс. Пака поймали. Пак под саленсом, но Квапа тоже подставляется под контроль. Queen of Pain погибает. Паша идет вперед, но он тоже сейчас умрет. Пак на лоу хп, до конца дерется. Все еще жив, спрятался в шифт и не могут его поймать. Яд на нем висит, яд все-таки добивает. Приходит Рамзес, нажимает БКБ, вгрызается в Снэпфайр. Снэпфайр после байбека погибает. Пак сделал байбек, вернулся обратно. Тут уже all-in просто. All-in от обеих команд. Да. Не, ну у Винстрайки все байбеки тоже начали тратить, понимаешь? Да, хорошо, да, да. Обязательно забирают, да. Смотрите, там уже байбек Бабка, байбек Пака в обмен. Размен на байбек Андерлорда. Датсис в этом замесе заработали больше голды. Это, конечно же, плюс, но... Рошан они отдали. Рошан они отдали. Там Аганим валяется. Аганим только кому? Я бы Виверу отдал. Ну, Визажа просто уже есть. У Виверу вроде тоже есть свой. Если да? Не ошибаюсь. Да, вау, уже есть. Кому-нибудь еще, ну, может быть, тогда, не знаю, кому угодно. Марсу. Просто у Пака он тоже есть. Там остается бабка и Марсу. Бабка тоже собрала практически. Ну, да, Марсу, тогда Марсу. Знаете, да, больше не, некому. Бабка... А, может быть, придумает, как говорят. Бабки отдайте. Ой, ну что ж, заходят птички. Ой, какой Дримкоил залетает по Т4. Рамзес не успевает ничего нажать, погибает без байбека. Это ГГ, это все, это развал. Это Визаж, байдахак прощает. Нормально. Вот это поворот, вот это поворот. Слушай, очень хорошее завершение, общем, сегодняшнего рабочего только, дня, считаю. Только ради этой БО3 стоило. Да, потому что после прошлой серии я как-то уже, так скажем, скептически был настроен так, на последний матч сегодняшнего дня, но тут прям круто все. Не, ну, я поздравляю Винстрайк, они стали в разы лучше играть доту. Может быть, не знаю, как у них там по таблице, я уже не помню, но может, сейчас не в этом, может быть, не в этом аналитика, сезоне они... Found till I'm dead. I don't want nobody else in my head.